Всем ассаламу алейкум, солнечного Кавказа, сегодня вообще жара, вот я уже в кофте, и кофту снять хочу, в футболке спокойно могу гулять, жарко. В общем, пригнал я машину одну, как вы знаете, BMW, 535-я, так, ничего, мокрый асфальт, цвет, сейчас я ее в мойку отдал, чтобы помыли, и здесь, в общем, так, двери открыли, чтобы она высушилась, сейчас вам покажу, вот такая вот модель, зацените, ребята. Красавица, вообще проблем нет. Выбирал 4 дня. Вот такой вот вариант. Три мотор тоже. Двери открыли, чтобы там мы все почистили, помыли здесь мойки. Чтобы вообще не было никаких проблем. Вот. Все это промыто. Вот здесь все помыли, почистили. Да, сняли мы вот эти вот все ионы оперативные памяти. Чтобы не было проблем. Вот. Белый, ну не белый, кремовый салон у нее. Ну и в других роликах вы видели, у меня 535XI пригонял. Вот так вот она выглядит. Вот. В общем, обошлась она где-то. Сейчас я вам скажу, обошлась она, значит, без растаможки, я скажу, $23 000, потому что очень чистая, я ее проверил, брал с собой аппарат, в машине проблем нет, заводской пробег у нее, оригинальный, вот, еще здесь аптечка у нас полная, в общем, вот, смотрите, в прошлый раз у меня в машине этого не было, вот, для прицепа там, аптечка сама тут. Знак этот треугольный. В общем, все как полагается. Запаску вытащите, чтобы там подсохло все. Ну, цвет сам понравился. Не знаю, нормальный цвет такой, который не берет пыли. Вот такая вот точила. Ну, кому будут интересны данные, как я сказал, цену я назвал уже. Расторможка будет обходиться нам в $9 000 здесь на Кавказе. Вот такой вот зверек. Но та машина, которую я перед этим пригонял, вот видите монитор, да, не знаю, видно, нет? Вот здесь по бокам пластмасса, да, идет? А у меня сплошной монитор был такой. У меня М-пакет было, но это не М-ка. Это нормальная классика. Вот, но BMW, ребята, BMW это сила. Вот такой вот салон. Вот, только что с мойки, тоже паркеровская кожа, вот. Ну, всем ассаламу алейкум, думаю, что ролик вам понравится, друзья, будут вопросы, задавайте, ответим. А пригнал машину, я здесь попросил, знакомый есть, сам он со мной не ездил, я в течение 3 дней поехал. Все проверил, приехал, все нормально. В машине никаких проблем нет. Колеса даже нормальные. Вот смотрите. Даже менять не надо. Ну все. Ассаламу алейкум.